Излишне горячие поклонники двух футбольных команд в Оренбурге не поделили трибуны. После словесного разбирательства болельщики «Газовика» и «Волги» перешли в рукопашную. Чтобы предотвратить драку, сотрудники полиции решили брать хулиганов числом. Разнимать компанию с 15 дерущихся прибежали больше сотни правоохранителей. От всех участников конфликта поступили заявления, в которых они просят дальнейшее разбирательство прекратить. По факту получения телесных повреждений к ответственности кого-либо из участников конфликта не привлекать. Все участники конфликта отделались синяками и ссадинами. На всякий случай полицейские занесли имена дебоширов в свою базу данных и составили 4 протокола по факту мелкого хулиганства.